стадиона заставили камеры поставить. Они станут, блядь, за стадионом, блядь, станут туда в камеры. Начинается второй тайм матча. Oh!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
конечно, сами рискуют. Thank you.
команде «Энергомаш» замена вместо Владиславу Пасхутинову номер 12. На поле вышел Максим Гурченко номер 9.
номер 1, 6, 88 на поле вышел. Ярослав Краснов, номер 19. Вперед! Солдат! Мы с тобой!
команде «Сокол». Замена вместо Алексея Сушинова, номер 17, на поле вышел Эдуард Турки, номер 8. Свою очередную домашнюю встречу «Сокол» проведет 23 сентября с командой «Стрегинова Москва». Начало матча в 17 часов. Thank you.
к основному времени второго тайма подавления 3 минуты. Что 23 сентября в 17 часов Сурухов принимает команду «Строгино Москва». Stop!
Тогда знаете, как лучше? Прям пускай ворота.